Эмоции переполняют. Я очень счастлива, что все так хорошо закончилось, так как что-то и не получилось. И в конце заключительная лента под народную музыку азербайджанскую. Просто атмосфера в зале мега позитивная. Мне очень понравилось выступать у себя в стране. И спасибо всем болельщикам огромное. Это наша общая победа всей Федерации гимнастики Азербайджана. Мы все вместе до конца шли к этому, и без них я бы не справилась. Кому посвящается награду? Ну, наверное, всей стране, всему Азербайджану, родителям, которые меня поддерживают, любят, главному тренеру Марьяне Васильевой, Федерации Азербайджана, остальным моим тренерам, которые меня готовили к этим соревнованиям. Всем-всем-всем, которые меня поддерживали и любят.